Марка как произведение искусства, госзнаки Почты России, посвященные историческим событиям, памятникам культурного и природного наследия, архитектурным достопримечательностям, творческим личностям страны можно увидеть в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина. Здесь открылась выставка «Искусство марки». В экспозиции не только почтовые госзнаки, но и конверты, карточки, картины, которые послужили прототипами для марок. Почти все собирали в детстве марки. Но у многих у нас остановилось представление на том, какие марки были в СССР или выпускали какие-то государства соцлагеря. А на самом деле марки продолжают развиваться, и очень интересно увидеть то, как выглядят марки сейчас и темы, на которые они издаются. Очень отрадно, что здесь много каких-то тем, связанных с Самарой, с природой, с объектами культурного наследия. В церемонии открытия выставки приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель Департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, руководитель выставочного проекта «Искусство марки» Артем Адзибеков. Почетные гости также поучаствовали в гашении почтового блока, посвященного национальному парку «Самарская Лука». Его номинал 150 рублей, а тираж 25 тысяч экземпляров. В этом году он юбилейный, мы отмечаем 165 лет выхода в обращении первой российской марки. И такого рода выставка, конечно, дополнительные интересы и внимание к филателии, к развитию марок придает. Что для нас важно? Важно то, что здесь представлены и марки, посвященные нашей самарской тематике. И последние несколько лет они стали очень активно появляться. Мы выпустили серию марок, посвященных архитектурным памятникам Самары. В 2021 году вышла марка, посвященная Самаре как городу трудовой доблести. И вот сейчас, посмотрев экспозицию, я понял, что нам не хватает. И мы уже предварительно договорились о том, что будем сейчас готовить к выпуску марки из серии «Современное искусство России», который увековечит наши скульптурные самарские композиции. Выставка будет работать в музее имени Алабина до 9 июля. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.